на дверочку, поставили стенд. Не отказал себе в удовольствии немного пофотографировать. Очень красивая получилась дверь. Очень красивая. Все очень аккуратно получилось. Броненакладочка монолит. Ручка очень хорошо по дизайну подходит. Верхняя накладочка. Внутри все вот под такой стиль сделано. Овальный. Тоже очень все красиво вышло. Такая вот фрезеровочка, цвет. Рама тоже все аккуратно выкрашена, высверлена, покрашена, тоже все очень хорошо высохло. Антисрезы эффективные. Большое количество точек крепления, по 5 на сторону. Вверх-вниз дополнительные ригели, тяги. Отверстия, как я вам говорил, под сигнализацию предусмотрены изначально. Все, проверили дверочку. Вот для понимания, толщина металла и толщина панели, вот соотношение. Толщина панели 16 мм, а толщина металла здесь около 12. То есть очень толстая. Это обычного металла. Плюс каленые пластины идут на все корпуса замков, на цельные. Везде все равномерное прилегание. Вот уплотнительная резиночка. Все как равномерно прилегает. С петлевой стороны то же самое. Герметизация 100%.